С 31 января по 12 февраля школы Тюменской области переводят на онлайн-обучение. Сегодня такое решение принял оперативный штаб региона. Школьники и студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, переходят на дистант. Также в регионе приостановлены очные занятия в секциях и кружках. Ученикам из льготной категории будут выданы продуктовые наборы. Вузам рекомендовано также перевести студентов на удаленный формат обучения. Детские сады продолжают работать в штатном режиме.